родина Сибири необъятно велика. Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Доброе утро, друзья. 4 декабря. Понедельник, очередной вебинар, 308. Тут я пока. Самая интересная тема, не самая интересная, их сильно много интересных. Много из интересных тем я выделяю в отдельные фильмы. Вот здесь мы видим мой канал. Так, проверяем, идет ли запись. Мой канал «Садоводство по Железову». Вот он, самый крайний пока фильм. Мы, В. Железов и А. Самодов, два раза на одни грабли не наступаем. Этот последний фильм. Это была первая серия, и мы продолжаем. Почему? Потому что сильно большой добротный материал прислал Александр Самодов, и мне пришлось разделить на два фильма. Фактически это статья. С чего начался первый фильм? Добрый вечер, Валерий Кацевич. Посмотрел ваш 307 вебинар во второй части «Садоводство Тафтана». Поплакался по поводу того, что из-за снежной зимы был сломан сажень с персика. В первом фильме я рассказал много об этом. И свой пример привел. И мы дошли до сюда. Теперь, когда опыт Самодова, а это 300 километров восточнее Красноярска, вот, условия дичайшие, снега море, морозы до 40. Так, и вот он простой, не то дает эффективный прием. Значит, так. Пункт первый. Это я продолжаю то, что он иллюстрирует свои. Народ попросил предложение, и он иллюстрирует свою методику. Яблоня первой высотой более 2 метров. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Так, читаем дальше. 14 марта 2024 года снег немного подтаял, из него видно ветки 20-30 сантиметров. Видите, как удобно. Вот это защита, так защита. А что вы хотите? Север. Так, пункт Б. 16 апреля снег полностью растаял, дерево невредимо. Ветки все целы, справа наклонена неубранная последняя жертва. Сейчас вернемся мы к жерди. Вот. Смотрим. Вот это яблоня, вот это жерди. Так, о чем шла речь чуть раньше, надо восстановить, потому что этими жердями он спасал, когда огромный снег садится и калечит деревья. Давайте посмотрим тогда выше. Посмотрим выше. Снеговая нагрузка, это то, он пишет, о чем я хотел поделиться. Я уже говорил, снег влага, но до определенной степени. Если не предусмотреть меры, снимающие почти полностью воздействие снеговой нагрузки, деревья будут сломаны или обломаны метками. Ребята, это по всей стране, как нет-нет, да такая снег выпадает, хоть здоров. Такая проблема была у меня, пишет Александр. Я ее решил, хотя не сразу. Изначально я выставлял вокруг дерева жерди, швал горизонтальными жердями в несколько ярусов. Снег весной откидывал от деревьев. При откидывании снег порой не контролировал. Проседал на моей порой ветки. В дальнейшем я полностью отказался от горизонтальных жердей и от откидывания снега весной. Но само тает, но уже, вот он пишет, когда снег выпадает в начале зимы, выставляя вертикальные жерди. Жерди будут по высоте дерева, дерево можно сыпать снегом, хоть на всю высоту дерева. Специально снег не убираю. Так, понятно, возвращаемся там, где были. Итак, Б, посмотрели. В,
сегодня 2-го, 20-го года, так, 2-го, 20-го, где-то интересно, 2-го, ну, ошибся где-то, дерево живое, высота 2,4 метра. Так, смотрим. Опа, не туда попал. Смотрим. Ага. Вот оно, живое дерево, видели? Так, поглядели. Читаем следующий пункт. А, 2. Яблони на подвое, 2 сорта. А. Не укрыты снегом пипичек стояшки. Под снегом боковая ветка, крупноплодная яблоня. Из-под снега макушечные ветки. Ищем. Вот это значит. Макушечные ветки. Да, когда такой снег, конечно, садится, он может все искалечить. А что я вижу? Жерди вижу. Вот они. Вот они. Я считаю, это его ноу-хау. Мне такой в голову не пришло. Читаем дальше. 8 июня яблоня цветет после села заморозка с 5 на 6 июня. Поломанных веток нет. Смотрим. А что нам? Сидим у экрана в тепле. Смотрим. Вот оно, цветение. Прекрасно. Да, такие ветки, будь здоров, ломаются. Как когда садится снег. Вот и нет снега. Плохо, есть снег, поломать может. Дальше идем. Высота боковой ветки 1,5 метра. Ну, вы видели. Та же ветка сбоку, никаких повреждений. Ну-ка. Наверное, вот эта ветка. Ага, посмотрели. Читаем. 3-й пункт. Саженцы однолетки. Вот это самое опасное. 13-го. Все стоят вертикально под снегом. Смотрим. Вот они. Вертикально под снегом. Ох, как это опасно. Когда закидывают снегом, ладно, это Самонов, он у нас спец. 30-летний стаж. А многие же этого не знают. Так, посмотрели. Смотрим пункт Б. Снег почти растаял. Коля еще мерзший в лед. Ни одного сломанного. 1 мая саженцы проданы. Сейчас посмотрим, где это они. Когда снег почти растаял. Смотрим. Где-то здесь. Ага, вот они. Целенькие. Ура. Еще и продает. Так. В первой серии я продиктовал ему телефон. Может, кому-то из земляков нужны его саженцы. Смотрим дальше. 2 октября новые саженцы. Привиты этой весной примерно такой же высоты. Уже от метра до метра, до 1,5 метра. Зиму идут по снег, весной будут проданы. Так. Смотрим. Вот они. Так. И яблони крупноплодные. Пункт 4. Так. 14 марта видны установленные жерди. Этому дереву снега не хватило. Урожай на нем был. Снега не хватило. Так. Смотрим. Вот оно. Ну, вот такое дерево укрыть снегом невозможно. Ну и так как первая серия произвела впечатление, то там несколько человек попросило технологию пока конкретнее. Но мне кажется, что вот этот снимок все решает. Посмотрели, все стало ясно. Вот так копаны жерди. Вот, и эти жерди мешают, задерживают снег от глубокого проседания и калечения скелетных веток. Правильно я понял? Вот. Смотрим дальше. Так, некоторые сорта сравнить легко переносят 40 градусов морозы. Их укрыть снегом не подготавливаю. С уважением, Асамонов.
Так, ну что, посмотрели, посмотрели. И давайте еще вот так оно пришло в таком виде. Вот, я его перенес сюда, увеличил. Кто первую серию не посмотрел, пусть тогда вот так вот, останавливая время от времени. Посмотрите, какой добротный материал. Время от времени останавливая, пусть просто читает самостоятельно. Фотографии я показал все. Представляете? У него сад здоровый, саженцами торгует. У него в ноябре месяц держался минус 40, без снега почти. Вот. Ну, а там понятно, там речь о морозостойких подвоях, видимо, речь идет. И сами яблони, сами, вот возьмите костяшки пипинчик, великолепный полукультурный сорт. Вот. И вот как раз в этих местах-то он и должен процветать. А его по стране все меньше, 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 меньше. Вот я показывал фильм, нет, вебинар, прошлый понедельник. И знаете, что там было? Там был прекрасный, эти самые, красивая реклама Косарского пипинчика. Тут же рядом снимок, явно им не принадлежащий. И отсюда сомнение. А этот питомник что продает, раз он с фотографией свистнул в интернет? Все, друзья, заканчиваем. Итак, на севере можно кушать яблоки. Вот, снега море. И в данном случае он может стать союзником. То есть, вот эти еще раз покажу, до чего мы дошли. До чего мы дошли. Вот, до чего мы дошли. Мы дошли вот до этого. Видите? Вот оно, цветение. Вот. Ну, еще раньше он мне присылал фотографии с плодами. Вот она технология. Все. Я заканчиваю. Благодарю за внимание. Я свой долг выполнил. Он мне, Александр, прислал добротнейший материал. Я его прочитал, сказал спасибо. Потом думаю, да почему я один-то должен это все смотреть? У нас многоснежных регионов сколько? И что я один, а у меня снега нет, мне разве нет, не пригодится эта технология с вертикальными жердями. Ну вот, передал вам, пользуйтесь. Благодарю за внимание. Вот. Ну и кстати, раз уж так получилось, я еще раз говорю, мы еще и торговцы. Вот. Мой сын продает саженцы, Самона продает саженцы. И вы можете, и семена продаю морозостойкие. Вот благодаря этим фильмам удается хоть чуть-чуть протолкнуть свою идею продвижения на север. До свидания, друзья.